7, 8, 9, 10. Не дышит. А девушка в красных шортах. Вызовите, пожалуйста, медика. 30 нажатий на грудную клетку, 2 вдоха. И так по кругу до тех пор, пока не появятся признаки жизни. Это одно из главных правил оказания первой помощи. Хорошо, если действовать будут сразу несколько человек. Один положит пострадавшего на колени, другой будет сменщиком. Это повысит шансы на успех, ведь процедура порой затягивается и сильно выматывает. Скажите, то, что я делаю, сложно? Нет. Нет, это может сделать любой, даже ребенок. Тому, что показывают в фильмах, можно верить далеко не всегда, говорят спасатели. Тонущий человек не кричит и не размахивает руками. Он всегда молчит и под воду уходит быстро. В этом и состоит вся сложность работы спасателя. Определить, тонет человек или нет. А счет идет на секунды. Нельзя точно определить, тонет человек или нет. Это достаточно быстро происходит. Вот. И главное определить это состояние, что да, он тонет. Реально, не смеется и не барахтается. Иван сегодня узнал для себя много нового. Он уверен, что утонуть может любой, даже тот, кто хорошо плавает. После полученного мастер-класса я, если буду приезжать на пляж, что я делаю регулярно, я буду уже посматривать повнимательнее. Возможно, дети, возможно, пожилые люди. То есть буду уже как-то более внимательно к этому относиться к вопросу. Если нужна будет помощь, конечно же, я помогу. Помощь может понадобиться и пенсионерам, и детям. Но больше всего на воде рискуют люди в состоянии алкогольного опьянения. Из-за спиртного в любой момент может произойти инфаркт или инсульт. Пьяный человек в воде уже наполовину утопленник. А когда человек выпил, сосуды расширились. А когда зашел в воду, от разницы в температуре, тело 36,6, а вода 18-20 градусов, а сосуды резко сузились и лопнули. Этот мастер-класс далеко не первый, заявили в мэрии. Чиновники совместно с МЧС проводят такие мероприятия практически каждый месяц. На прошлом месяце, соответственно, такое же мероприятие проводили мы здесь, также на этом же посту. Также показывали, как проводить спасение людей, чем оборудованный пост. Как проводится это спасение? Тема спасения на воде сейчас особо актуальна. С начала купального сезона в регионе уже погибли 25 человек, из них 5 дети. Большинство трагедий произошло в местах, не оборудованных для купания. Среди погибших есть и те, кто полез в воду пьяным. Ольга Ельфимова, Анастасия Козлова и Дмитрий Шаталов.